Хотя так озвучен, нахуй! Девочка, которая называла себя демоном. Ой, приятного прочтения! Я же говорил, что это место особенное. Чара, а почему ты никогда не рассказываешь о тех временах, когда жила с людьми? А... Прости, не стоило спрашивать. Люди ужасны. Тебе не стоит доверять им. Ты человек, Чара, и я тебе верю. Ты впрямь слишком наивен. Все, мне наскучило это место. Когда уже пойдем домой? Я иногда совсем тебя не понимаю, Чара. Я тоже иногда совсем себя не понимаю. У меня бывают мысли, желания, ужасные желания. Это потому, что я человек, да? Тогда... Раньше я думала, что это просто мне не повезло, но все действительно так, люди отвратительны. Разве ты не думаешь, что хоть один человек должен возместить монстром за все это? Верно, это должен сделать человек, не монстр. Чара, что ты собираешься делать? Чара, но ведь тогда ты... Все будет хорошо, я не умру насовсем, я буду с тобой. Мы будем единым целым, и у нас будет сила спасти всех. Почему? Почему, Азриэль? Чара, мне не очень нравится эта часть плана. Все в порядке, тебе не нужно вмешиваться, я все сделаю. Но идея того, чтобы ты убивала людей, мне не нравится тоже. Хватит, уже все равно. Если так больно, то лучше ничего больше не чувствовать. Прости, Азриэль, я даже не смогла остаться здесь вместе с тобой. Давай сосаться, монстр, сука. Ну я тоже себя не понимаю. Я не русская. Шеддон Мерло, Украина. Я тоже иногда совсем себя не понимаю. У меня бывают мысли, желания, ужасные желания. Я фея. Я Боня пернул. Сексуально.